Здравствуйте! Здравствуйте! Праздник у вас? Здравствуйте! Какой праздник? Новый год! Лучшего подарка для самых маленьких жителей Александровки в канун Нового года просто не придумать. От просторных, уютных комнат с теплыми полами в восторге и малыши, и взрослые. Как положено, детский сад оснащен современной системой противопожарной безопасности. По всем нормам благоустроена и прилегающая территория. Установлены спортивные игровые площадки, песочницы и ограждения. Весной здесь высадят деревья и цветы. Открытие нового корпуса дает еще и дополнительные рабочие места. Подобран коллектив педагогов, воспитателей, поваров, технический персонал. Добавим, что за последние 5 лет в нашей области введено более 30 тысяч мест в детских садах. Проблема дефицита детских дошкольных учреждений в Оренбурге практически решена. Эта программа, инициатором которой был Владимир Владимирович Путин, она идет к завершению. И сразу вот появилась новая программа, это школа, чтобы у детей была возможность получать самое лучшее образование, независимо от того, где находится, в районе, в Александровском, Светлинском, в Северном или в Оренбурге.